Казалось, все, к чему прикасается Светлана Дружинина, превращается в золото. Она была талантливой балериной, яркой актрисой, наконец стала режиссером и сняла культовую сагу о гардемаринах. Но за красивым фасадом скрывалась история о невосполнимых потерях, делиться которой Дружинина не хотела ни с кем. 16 декабря коллеги и друзья поздравляли Светлану Дружинину с 85-летним юбилеем. Традиционно в этот день она устраивает праздник в узком кругу родных и единомышленников, а соцсети заполняются теплыми пожеланиями от звезд шоу-бизнеса, перечисляющих многочисленные достижения виновницы торжества. Заслуг у Светланы Сергеевны действительно немало. Ленты «Дело было в Пенькове» и «Девчата» обеспечили артистке негласный титул первой красавицы советского кино, и она могла бы смело двигаться в том же направлении, если бы в 70-е не решила создавать фильмы самостоятельно. Гардемарины вперед! И серия картин «Тайны дворцовых переворотов» принесли Дружининой славу, перекрывшую актерские успехи. Отныне она гордо носила звание режиссера. Еще одной причиной для восхищения окружающих стал крепкий брак Светланы Сергеевны с оператором Анатолием Мукасеем. Познакомившись в студенчестве на волейбольной площадке, больше они не расставались, а два года назад отметили 60-летие совместной жизни. По словам супругов, конфликты в семье происходят редко и на творческой почве. А Анатолий Михайлович, хотя и может в пылу ссоры уйти из дома, чтоб остыть, возвращается к жене неизменно с цветами и тортом. Но ведь не бывает так, чтоб все в жизни человека походило на сказку. В этом и кроется главная особенность Светланы Сергеевны. Она не привыкла выносить ссор из избы и превращать личную трагедию в спектакль для публики. О каких же семейных драмах Светлана Дружинина предпочитает не говорить? У Дружинина и Мукасея родились двое сыновей. Анатолий, названный в честь папы, и Михаил. О последнем легко найти информацию в сети, отучился в УВГИКе на кинооператора, трижды женился и столько же раз стал отцом, младшего ребенка в прошлом сентябре ему подарила волейболистка Екатерина Гамова. А вот сведения о старшем наследнике Дружининой весьма противоречивы. Одна из причин такого положения – нежелание режиссера говорить о нем в интервью. Кинодеятеля можно понять, далеко не все готовы выставлять личную боль на показ. Но что все-таки случилось с Анатолием? В окружении Светланы Сергеевны долгое время главенствовала версия о гибели 28-летнего мужчины в автокатастрофе. Однако с годами распространились слухи о совершенно ином финале. Ответы стоит искать в образе жизни Анатолия, который спустя годы описали его друзья. Приятели говорили о Мукасее как о ярком представителе золотой молодежи, человеке творческом, но никогда не доводившем дел до конца. Он играл в рок-группе «Колдунчики» с сыном Георгия Данелли Колей, был многообещающим художником, хоть и недоучкой, пробовался на роль гардемарина в фильме «Мамы», тусовался, выпивал и бунтовал. Хулиганские выходки компании удивляли всю Москву. Юноши облачались в пижамы с печатью психиатрической клиники Кащенко, выстригали волосы, брови и ресницы, вламывались в вагон метро. Он последовательно разбазаривал свой талант, пробалтывал его, пропевал, как истинный суфий. В художественном смысле Мукасей может быть обозначен так: цвет через орнамент, музыка через бардачное шоу, лирика только тайная, не иначе как нуаристый стёб. Понты дороже денег, и гори все огнем. Толя был дилетантом. Мы все были дилетантами, и слава богу. Он был ужасный человек в бытовом отношении, как и положено звезде. Эгоист с большой буквы, алкоголик и разбиватель сердец, писал об Анатолии друг Иван. После смерти сына Георгия Данелии Анатолий завязал с алкоголем, обложился литературой и отправился в паломничество в святое место, куда обращались многие заблудшие души, испытывавшие проблемы с запрещенными веществами и выпивкой. Поговаривали, что после некой молитвы по изгнанию бесов, читаемой местным служителем церкви, с людьми случались страшные вещи. Одни кричали, другие бились головой о пол, у кого-то даже шла пена изо рта. Но все это домыслы, ведь никто достоверно не знал, что произошло с Мукасеем в монастыре. Неоспоримо одно, вернувшись оттуда, мужчина стал мрачным, совсем не похожим на прежнего жизнерадостного художника. Его связи с друзьями оборвались, но была еще одна ниточка, связывавшая с социумом – семья. В тот момент Анатолий жил с возлюбленной Ириной Муравьевой-Моисеенко, а зимой 1987-го у пары родился сын Даниил. Но близкие уже не могли спасти мужчину, откровенно называвшего себя психически неполноценным. Он покончил с собой, оставив предсмертную записку, которую, по предположению друзей, Ирина в сердцах разорвала и уничтожила. Череда несчастий для родных Анатолия Мукасея-младшего продолжалась. Его возлюбленная Ирина, красавица, в прошлом чемпионка по синхронному плаванию, безумно напоминала знакомым молодую Светлану Дружинину. Вот только жизнь ее оказалась гораздо короче.
Ира Муравьева-Моисеенко прожила еще 14 лет. Она погибла от бытовухи, как было сказано, удар в область сердца. Противник был очень сильный, откровенничал друг Мукасея Иван. Бытовая драка, нападение на улице или же болезнь – таковы версии причин смерти женщины. Но итог все равно один – маленький Даниил остался круглым сиротой. Опеку над ним взяли бабушка с дедушкой, и первое время можно было лишь восхищаться гармонией, царившей в этой семье. Внук снимался у Дружининой в тайнах дворцовых переворотов, и хотя пошел в англоязычный колледж, а не в театральный вуз, помогал родственнице монтировать фильмы, так как прекрасно разбирался в компьютерных технологиях. Но со временем стало ясно, что главный талант Даниила – это влипать в некрасивые истории. В соцсетях он не стеснялся рассказывать о дерзких выходках и передрягах. Так, в 2012-м внук Дружининой сообщил, что попал в обезьянник, сопровождая свой рассказ с чередой матерных слов. Его недовольство поведением родственников нарастало. Парень жаловался, что ему лгали о причине смерти отца, мол, сначала заявили, что Анатолий Анатольевич поскользнулся. Затем внушали, что он погиб в автокатастрофе, потом выдали сразу несколько версий о способе самоубийства. Широкую известность семейный конфликт обрел, когда в феврале 2019-го внук Дружининой появился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Со стороны казалось, что у Даниила не может быть причин злиться на бабушку. Она обеспечивала юношу, сдавала квартиру его погибшей мамы в аренду, а деньги вручала сироте. «Мне приходилось в какой-то момент брать деньги, но я сразу говорил, что приму их только от чистого сердца, без обязательств. А теперь ребята даже трубку не берут», – так отозвался о бабушке и дедушке старший внук. Светлана Дружинина с мужем избрали политику игнорирования не просто так. В какой-то момент Мукасей решил бросить все и уехать в Индию заниматься творчеством. Бабушка продолжила пересылать ему туда деньги, получаемые от аренды квартиры. Но бунтарь заключил, что этот факт не свидетельство благочестия режиссера, а лишь способ контроля со стороны родственников. Желая освободиться от влияния Светланы Сергеевны, Даниил Мукасей потребовал продать апартаменты матери. Разумеется, Дружинина не согласилась, считая просьбу необдуманной. Тогда внук принялся угрожать бабушке в сообщениях, заявляя, что если финансовое издевательство и саботаж его искусства продолжится, он просто покинет этот мир. Говорить подобное женщине, чей сын наложил на себя руки, было как минимум жестоко. Шантажист добился своего. Режиссер сдалась и дала внуку согласие распоряжаться жильем при условии, что сестра Ксения оформит ему прописку. На этом общение бабушки с Даниилом закончилось. Он честно признался, что нигде не работает, живет одним днем и просто пишет музыку. Однако в студии программы мужчина все же отметил, что переборщил с оскорблениями, когда переписывался с Дружининой, и надеется на примирение. Гости шоу осудили образ жизни родственника знаменитого режиссера и в итоге предположили, что на сближение с семьей он идет из-за недостатка денег. Прошло меньше года, когда Даниил вновь появился на телевидении, чтобы посетовать на свою тяжелую судьбу. Как выяснилось, после продажи жилья мамы он отучился на диджея и пустил большую часть средств на запись авторских песен. Оставшиеся 950 тысяч Мукасей через инвестиционный фонд вложил в открытие балетной школы, надеясь получать с этого пассивный доход. Однако договор оказался поистине кабальным, и, судя по всему, мужчина сможет вернуть только скромную сумму, потеряв львиную долю денег. Отныне главная мечта внука Дружининой – достать хоть немного наличности, купить билет в один конец в Индию и помириться с родней. «Мне ничего от них не нужно», – уверял Даниил в эфире программы «Мужское-женское». «Хочется, чтобы мы снова были семьей, общались. Возможно, я буду иногда приезжать из Индии и навещать их». Пока что новостей о счастливом воссоединении родственников не поступало, а если Дружинина и говорит о семье, то только в отношении сына Михаила и его детей.